Итак, всем привет, друзья. Меня зовут Антон. И пираты из компашки Spy все-таки взломали Assassin's Creed Origins. Я его скачал себе на комп. И вместе с тобой сейчас я установлю и проверю, работает ли он или нет. Итак, выбираем язык. Русский. Репак от Викнет. Хорошо. Так, в имеющемся окошке, которое всплывает, я нажимаю «Далее». The Games Assassin's Creed Origins, да, 52 гигабайта будет она занимать на диске, хорошо, создать ярлык на рабочем столе и установить или обновить DirectX. Итак, нажал я установить, пошло уже времечко, пошли устанавливаться файлы и я скоро вернусь. Итак, друзья, как вы видите, игра работает, все DLS работают, я нажимаю Escape. Так, и в принципе, на этом, наверное, закончу. Спасибо, что смотрели. Игрушка рабочая, ссылку я оставляю в комментариях. Задавайте свои вопросы, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. С вами был Антоха, встретимся в Ассасине. Пока-пока.